Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 9. Урок 12. Рассмотрим нитку с нанизанными на нее бусинами. На первом месте у нас стоит две бусины синего цвета. Затем одна бусина красного цвета. Повторяется: две синего, одна красная. Далее должно идти две бусины синего цвета, а у нас 1, 2, 3. Три бусины синего цвета, а нужно 2. Поэтому наша задача — зачеркнуть один лишний круг. Далее все восстанавливается правильно. Опять красная бусина и две синих. Красная, две синих. Две синих, одна красная. Две синих, одна красная, две синих, одна красная, то есть одна бусина синяя здесь лишняя. Она седьмая по счету, и мы ее зачеркнули. А теперь рассмотрим каллиграфические элементы. Первая строка. Наклонная линия. Из середины нижней границы клетки до верхнего правого угла. В следующей клетке точка по центру, солнышко. В третьей клетке повторяются элементы с первой клетки. Наклонная линия из угла на серединку. В следующих клетках две точки, а затем линия наклонная с уголка на серединку и одна точка, наклонная линия с уголка на середину и две точки, а затем линия, одна точка, линия, две точки, линия, одна точка, линия, две точки, и так до конца строки. Далее узор. Клетка по диагонали. С нижнего левого угла в верхний правый угол. Линия, диагональ. Из одного угла клетки в другой угол клетки. Следующий элемент. Это прямая линия, выделяющая одну из границ клетки. Прямая ровная линия. Затем выделяем другую сторону клетки. Находим нижнюю границу и проводим прямую линию. Затем диагональ и выделяем две границы клетки. Диагональ, две границы клетки. Диагональ, две границы клетки. Третий элемент в зеркальном отражении. Диагональ начинается в верхнем левом углу, а заканчивается в нижнем правом. По диагонали из одного угла клетки в другой и выделяем уже две других границы клетки. Первая граница, вторая граница. И опять повторяем. Диагональ, две границы. Диагональ, две границы. Диагональ, две границы. И так до конца строки. Возникли вопросы? Оставьте комментарии под видео.